Отряд работает быстро и четко. Весь штурм занимает меньше минуты. Теперь СОБР контролирует как верхнюю палубу, так и все помещения внизу. Это только один этап тренировок. Потом разбор полетов и новый заход. Втягиваемся на корабль, последовательно забираем помещение. По команде новый заход. На теплоходе прогулочного типа спецы тренируются два раза в месяц, прямо с начала навигации. Новые бойцы отряда изучают строение корабля, парни же бывалые отрабатывают свои навыки. Вводные этого эпизода террорист вооружен, силового сопротивления не ожидает. Сам теплоход при этом пришвартован. Если корабль стоит пришвартованный, то изучаются подходы, планировка пристани, пирса, глубины, опять же. Если корабль захватывается на ходу, то тогда изучать особо нечего, только отработка. Штурм проводят с разных точек. Первый отряд заходит с катера силовиков, второй – с пирса. Хорошо, отбой! Задача отработана, вводная меняется. Теперь преступник знает, что собровцы вот-вот проведут штурм. Он вооружен и готов оказать сопротивление. Поэтому работают тяжелые. Щиты по готовности вперед. Короче, готов. По готовности вперед. Две группы со щитами к цели движутся медленно, но верно. Вес щита 32 килограмма, но в осторожном подходе не это главное. Цена ошибки сейчас – человеческая жизнь. Ты контролируешь сверху, они открывают, смотрят. Все так же. Прогулочный теплоход как пришвартованный, так и на ходу собровцы штурмуют дважды в месяц. Впрочем, на железной дороге и автовокзалах тренируются не меньше. Расписание плотное, нормативы почти как у олимпийцев, чтобы в нужный момент операция прошла за считанные секунды и без потерь, как учили. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».